Его возведут на территории Кубанского государственного университета. Глава Русской православной церкви осветил место под строительство храма. В торжественной церемонии закладки камня приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и полномочные представители президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Замечательно, что в 21 веке мы возвращаемся к нашим истокам. И как хорошо, что здесь, на Кубани, будет при университете существовать храм, посвященный тем двум людям, которые заложили основы всякому знанию. Я очень надеюсь, что очень многие студенты, профессора, преподаватели в этом храме обретут опыт молитвы, опыт реального соприкосновения Богу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил вузу для будущего храма икону с образом Божьей Матери, после чего Святейший вместе с Вениамином Кондратьевым и Владимиром Устиновым посадил дерево в память об освящении закладного камня. Известно, что храм в честь святых Кирилла и Мефодия собираются выполнить в древнерусском стиле.